все новости 11 марта 2018 года, 13 часов 17 минут. Футбол, Германия. Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Человек поделился воспоминаниями об игре против экс-полузащитника сборной Германии Михаэля Балака во время чемпионата мира 2002 года. К Балаку нельзя было приблизиться, потому что от него ужасно пахло, просто ужасно. Ему следовало чаще использовать дезодорант или лемон, возможно, это была такая стратегия, не знаю, приводит слова Человерта интернет-издания Daily Mail. На ЧМ 2002 сборная Германии со счетом 1-0 обыграла команду Парагвая в 1/8 финала турнира. Человерт Марадона подхалимничал перед Инфантино. Источник Daily Mail сообщить об ошибке комментарии 0-11 марта 2018 года.